Всем привет, с вами Филипп. Давайте продолжим играть. Дом старый, не голодать, но я же умер в прошлой части. Вчера я не снимал из-за того, что просто так не хотела снимать, но я поиграл и открыл еще двух персонажей. Продержался 11 дней и открыл еще вот двух персонажей. Так, Виллу, поджигательница, вещи немного красивые, когда они горят. Иммунитет к огню, ночь сама разжигает огонь. Так. И у нас дольше живет, меньше хочет есть, сильнее бьет. Вольга. Силач. Давайте кого же взять. Так, вот этот у меня уже не открыто. Возьмем. Дальше хочет есть. Сильнее бьет. Давайте меньше хочет есть. Я не знаю, кого выбрать. У меня что-то как-то... Так, эмики-бэмики. Ладно, ладно, возьмем. Ладно, возьмем его. Настроить мир, все нормально. Старт. Смотрим монстров, разбиваем по сетке вагоны, вспоминаем сосны, вставляем пауков. Создаем еду. Так, это мы уже видели. Давай, пока. Так, первое, что нам попадается в глаза, это цветы. Так, что-то как-то тут одна маленькая часть вот этого. Так, что нам надо? Что нам надо? Нам надо топор. Чтобы сделать топор, нам нужен, так, нам нужен, нужно, это что у нас, активировать воскрешение, open rock, так, вот что нам надо, вот, крей. Где мы находимся? Так, пока это. Создали топор, теперь можно рубить дерево. А для этого нам нужно... Ага. Срубим сейчас два деревца, чтобы выживать. Ты еще не собрал. Вот. Так, соберем, собери, собери. Так, поднять кремень. Камни валяются. О! Золотой самородок. Ух ты, еще один. Круто, нам сразу повезло. А, мы находимся на кладбище. Ой, а тут мое имя. Ничего себе. Твое имя уже вписали. Ладно, соберем немного ягод. Все равно, когда ты захочешь есть. Так, давайте еще срубим дерево. И нам надо где-то поселиться. Быстро мы нашли золотой самородок, так что можно уже сделать научную машину. И не париться. Я отсюда ворону. Я убью тебя. О, сюда подойдем. Иди отсюда. Собрать саженец. Кремень. Кремень у нас появляется еще это. Вот давайте... Ну, сейчас не будем ставить.
Так, нам нужен камень. Камни, вот камень валяется. Нам что-то пока везет. Я вижу телепортатор какой-то. Надо сейчас это, у него... Ну, не прямо сейчас у него залезть. Так, собери. Так, камень, больше не видно. Вот камень. Нам пока везет, мы находим. Страшно время пытается. Так, ну пойдем. Сделим научную машину. Вот будем рядом с этим телепортатором. Так, поставь научную машину вот тут. Так. Блин, огонь. Огонь. Есть. Мы сейчас его не будем ставить. Так. У нас есть, так, лопата. Что тут у нас еще можно сделать? Так, мне подсказал, можно сундук сделать. Так, и нужно палки. Точнее, доски. Нужно деревья. Так, давайте рубить деревья. Нам надо доски собрать. Тик-тик-тик-так. Собираем. Там большое есть дерево, надо его срубить сейчас. Тик-тик-тик. Вот это вот самое большое. Так, собираем. Так, скоро наступит ночь. Ха-ха-ха, слабое деревце. Так, и поставим огонь. Ну вот, мы уже сделали быстренько себе базу. Хорошая. Приготовим еду. Чё-то я морковки не заметил. Подкинуть огонь. Так. Что сейчас нам надо? Так, научная машина. Нам надо сейчас сундук. А для сундука доски. Так, что мы сделали? Так, табличка не нужна, нам нужен сундук. И мне еще нужно, где я тут видел. Даже тут раз сделал. Зимометр. Не, зимометр нам не нужен. Флейта пана, музыка для успокоения зверь. Мясное чучело, ледяной посох. Так, швейный набор, ну ладно, подождем пока. Сейчас наступит день. Точнее, утро. Тебя не кружит, чувак? Так, доски подложить, не-не-не. Я же пошутил. Так, лопату можно сделать. Давайте сделаем лопату. Давай. Кипай. Так, сажа у нас. О! Давайте посадим рядом траву. Сажа у нас посадим. Чтобы где было собирать сразу. Так, и что нам надо? Вот, сохранение, хорошо. Что, нам надо добывать пока ресурсы? Я не вижу никаких ресурсов. Будем рубить дерево.
Да, нам нужно дерево. Точнее, бревна, чтобы сделать досочки. Так, вот. Доски есть. Тут очень много камней. Кремень. Как будто тут уже кто-то был. Только зачем нам надо так много камней? Так, что там у нас? Еще камни. Так, сделаем мы лучше кирку и еще один топор. Сейчас вот это вот дерево руби. И сейчас будем вот это добывать. Золотой самородок, и как раз камни там есть. Сразу два. Везет. Будем сразу со золотым самородком сделать. Давайте. Вон сколько еще, 20 там есть. Круто нам везет. Ломай, 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 ломай. И это. Так. Так, 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 так. У нас уже много камней. Нам они так прямо не нужны. Я еще ни разу не заметил, один раз только заметил еду. Так. Чуваку, походу, прям еда не нужна. Так, давай, давай, нам хватит. Вот два самородка, так. У нас уже 9 золотых самородков. Так, тут ничего нет. Вообще все пусто. Так, дожди начался, дожди. Руби. Так, копай. Все для выживания надо. Так, мы живем вон там. Че, еще одна научная машина? Да не нужна. Так. Добываем. Сломалась, да? Добудь еще. Все, 10 у нас их. Хватит для жизни. Страшное время приближается. Все равно ломаем. Так. Вот, все. Прям целая коллекция. Иди отсюда, птичка. Не воруй. Много самородков тут стало. И то в мире там написано стандартно, все написано. Срано. Так, еще один камень. Пойдем обратно. Так, мы живем близко. Ничего страшного, ну. Так, вот тут мы живем. Растопим сейчас печку. Точнее, кастрюлю, печку. Так. Приготовим семена.
У нас мало еды. Очень мало. Каменный блок. Так, сундук. Хотел бы сделать. Вот сюда поставим. Что нам не надо? Нам не надо. Ну, пока еще ничего не надо. Так. Деревянная стена. Каменная стена. Ой, что же можно делать? Нам камни прям так сильно не нужны. И последний раз. Нужна... А, блин, алхимическая нужна. А для этого нам нужен 4 доски. Так, 4 доски нам нужны. Угу. Это значит нам 16 этих. Ну, ну ладно, так. Костер потухает. Теперь загорает, подбрось в огонь это. Пока нам везет, но мы еще без одежды и без оружия. Веревка. Веревка. Где тут веревочка? Срезанная трава. Ага, ладно. Давайте это будет последний день, и мы тут закончим с вами серию на таком хорошем моменте. Все у нас есть. Только алхимическую машину в следующей серии сделаем. Потом что мы сделаем? Сделаем себе копье. Так, потом мы сделаем себе... Что я хотел себе сделать? Каменную стену и поставим ее вот так. Вокруг будем ставить. Вот на этом мы все и сделаем. Да, чувак, поправляешься. Усы. Да, еды он не хочет. Видно, как он не хочет еды. Так, все равно ты эти листья ешь, и все равно не тебе... Бяка. Шишку брось. Ладно, все равно сейчас уже будет конец. Все, сейчас день, давай. Я иду в ночь. Ладно, всем пока. С вами был Филипп. Мы играли... Don't starve. Не голодать. Всем до скорых встреч. Подписывайтесь. Ставьте лайки.